посмотрел, как, чем люди занимаются, к чему идут. Основная наша задача поездки нашей делегации была в том, чтобы мы поехали, обучились тому, как люди пришли к манере управления сегодня, которое у них происходит. Сложно дело, но нам тоже к этому нужно прийти. Взял человек землю, пускай обрабатывает. Не взял, не обрабатывает, значит, нужно ее изымать. Давать тем людям, которые что-то будут делать. Иначе у нас не будет никакого роста. У нас так происходит, что люди на местах сидят и не хотят ничего менять. Вот. Есть, согласен, что есть такие люди, кого и заменить тяжело. Но есть такие, кого, наверное, пора уже менять, и чтобы мы к чему-то новому пришли. У них постоянно проходит мониторинг, начальники отделов, там, начальники структур, всяких ведомств собираются, вносят свои предложения какие-то, как они видят обстановку, что они хотят поменять. Не то, чтобы там руководитель чего-то пока не скажет, что делать. Человек не собирается ничего делать. Нет, они выслушивают его предложение, соответственно, дают, и коллегиально все это решается. За это. Вот все, которые работают, кто получает сегодня зарплату, каждый на своем уровне, да, мы все ответственны. Если у нас провал, это общий провал, это мы все виноваты в этом. Никто не должен снимать с себя ответственность. Если у нас есть положительные моменты, значит и положительные это тоже наши общие. Если мы делаем что-то плохо, мы все вместе делаем плохо. Не может делать ни глава района, ни глава села, ни кто-то другой, любой специалист. Мы должны эту ответственность делить на всех поровну.